На берегу реки Урюм расположено чувашское село Табурданово. В центре села величаво стоит Табурдановский сельский дом культуры, построенный в 1967 году. И с тех пор он является любимым местом культурного досуга для сельчан и гостей Табурдановского сельского поселения. Особой гордостью села Табурданово является народный хор, которым руководит заслуженный работник культуры Чувашской Республики Алексей Анатольевич Мурзуков. Звание «Народный хор» получил в 1972 году. Результаты работы любого коллектива во многом зависят от профессионализма его руководителя. Хормейстер народного хора, заслуженный работник культуры Чувашской Республики Алексей Мурзуков не только ведет свой коллектив к новым победам, но и показывает высокое творческое мастерство как исполнитель. За последние годы его копилка пополнилась дипломами Международного фестиваля военно-патриотической песни «Наследники Победы», Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники России». Алексей Анатольевич стал победителем республиканского конкурса «Я ведущий», вел программу «Дня Республики» на главной сцене. В 2019 году народный хор «Нива», участвуя в региональном этапе Всероссийского хорового фестиваля, удостоился диплома за лучшее исполнение патриотической песни. В 27-м Всероссийском фестивале народного творчества «Родники России» народный хор награжден дипломом за высокое исполнительское мастерство и активное участие. Этот же коллектив стал лауреатом первой степени в республиканском фестивале-конкурсе исполнителей хоровой музыки «Савна Шубашкаром», посвященном 550-летию города Чебоксары. В 2000 году при народном хоре создан смешанный ансамбль «Салам», который известен не только в районе, но и в республике и за ее пределами. Имеет многочисленные дипломы и почетные грамоты. Ансамбль «Салам» выезжал на российский фестиваль «Радужное многоцветие народов Поволжья», город Нижнекамск, республики Татарстан. Участвовал на Всероссийском фестивале «От Волги до Дона» в городе Волгограде. Ансамбль стал лауреатом второй степени межрегионального фестиваля конкурса «Песней порадуем друзей», посвященного столетию со дня рождения Филиппа Лукина. В 2019 году он награжден дипломом первой степени в республиканском фестиваль-конкурсе народного творчества для лиц пожилого возраста и ветеранов «Чиро-Пиринчимацин». В 2020 году участвовал в региональном этапе Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в номинации «Концертный номер». В межрегиональном онлайн-фестивале вокальных ансамблей «Цивильские перезвоны» в рамках традиционной Цивильской Тихвинской ярмарки. Ансамбль «Хват», также действующий при народном хоре «Нива», 3 года подряд становился лауреатом республиканского конкурса «Адал Улулезин Юрли Таши». А в 2020 году в республиканском фестивале любительских творческих коллективов в номинации «Культура – это мы» стал лауреатом первой степени. Действует женский ансамбль «Березка».
спутник народного хора, созданный в 2018 году, стал лауреатом третьей степени Республиканского фестиваля конкурса детского художественного творчества «Цветы Чувашии». В 2018 году Алексей Мурзуков, приняв участие в конкурсном отборе лучших работников муниципальных культурно-досуговых учреждений сельских поселений Чувашской Республики, стал победителем номинации «Лучший работник сельского дома культуры». Коллектив народного хора Табурдановского сельского дома культуры стремится участвовать во всех проводимых фестивалях и конкурсах района, республики и добиваться новых творческих успехов.